Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 161 упражнение. Прочитаем задание. Подбери и запиши по 10 существительных первого, второго и третьего склонения. Выдели окончание. Подчеркни в этих словах известные тебе орфограммы. Давайте выполним. Первое склонение. Вода. Окончание А. Орфограмма О. Листва. А. Орфограмма И. Роза. А. Лампа, А. Кнопка, А. Орфограмма П. Девушка, А. Юноша, А. Орфограмма О. Гроза, орфограмма О. Баня, Я. Дорога, О. Второе склонение. Небо, О. Окно, О. И орфограмма О. Ветер, нулевое. Свет, нулевое. Мир, нулевое. Дерево, О. И деревья, так вот мы проверим. Лист нулевое, диск нулевое, звон нулевое, солнце, Л. Третье склонение. Рожь, грусть, радость, печаль, верность, дочь, мышь, речь, молодежь, ночь. У всех слов нулевое окончание. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.